Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня пирог амайзен, что в переводе означает муравьи. Название свое он получил за внешний вид. Карамельная заливка пирога семенами подсолнуха напоминает муравьев. Пирожок получается нежный, мягкий, а помадка делает его по-особенному вкусным. Для приготовления теста в миску я разбила яйца, добавляю сахар, ванилин по вкусу, щепотку соли. И все вместе хорошенько взбиваю миксером до бела. Добавлю сметану, она должна быть жирностью не менее 20%. Еще раз перемешиваю, затем добавляю просеянную муку с разрыхлителем, делаю это постепенно, частями. Каждый раз аккуратно промешиваем. В конце добавлю мак. Еще раз перемешаю и переливаю тесто в форму, заранее смазанную сливочным маслом. Выпекать пирог буду в предварительно разогретой духовке до 180 градусов около 30-35 минут до готовности. Когда пирог готов, приготовлю помадку. На сковороде растапливаю сливочное масло и конфеты коровка. Добавляю обжаренные семечки подсолнуха, быстро все перемешиваю. И горячую массу, пока она не застыла, переливаю на пирог, равномерно распределяя по всей поверхности. Дам полностью остыть, а затем можно угощаться. Нежное мягкое тесто с хрустинкой мака и помадка, напоминающая мягкий грильяж, создают особенно вкусный пирог. Обязательно пробуйте. Мне же остается вам пожелать приятного аппетита, хорошего здоровья, всего вам самого доброго и до новых встреч на видео.